Вот на всякий случай. Хотя, может быть, антиконтроль лучше. И вот так сыграем. А как вам такое? Продлевает время действия завышенных душ на 2 секунды. Каждое убийство героя во время поддержания завышенных душ обдаляет время их действия. Такой смех. Ну, возьмем, окей. Ну все, я миссию выполнил, двоих убил, ушел. Ну как двоих, одного. Дивов. Не единое целое. О, у меня браток со мной. Как дела? Надеюсь, с концами лучше начну нидерландский учить. Давай. Поедешь к Грабе. А куда я? Надо было кам брать. А, блин, да господи, какая у него дистанция большая. Опять что-то летело. Такую штуку я уже заваливал. Нет, мне хотят, я не пойму. У меня мана слишком быстро кончается, короче. Кель за сверху умер. Ой, дурак. Не теряйте надежды. Я вернусь. Я, кстати, этот тоже за сверху частейку убираю. Нормально. Мы адаптировали роботов-защитников модели 3. Кажись, мы выиграем сейчас. Нормально, я в Малт. Думаете, меня спалят, если я пойду у них воровать? Темп. Ой, 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 это твоя мать, да прыгни-то туда. О, есть. Отлично, сейчас 7-й будет. И с 7-м подеремся. Иду. Я направляюсь к тебе. Бой! Я выживу, выживу, надо. Убивать. Еще нормальная демонстрация силы. Хэмп фейлю, кстати. Они вспомнили, что у них там кэмп был. О, есть, удачно встал в этот раз. Они не добили, короче.
Нормально, нормально. Мне нравится. Слушай, а я молодец! На молтухе-то, да? Может, надо на нем в лиге почаще играть, какая-то такая идея. Так, ну мне надо спасать. И мне на базу надо идти. Погнали, замученные души берем, играем. Господи, да боже мой, какой я. Рандомный Малтаэль. Куда у нас Алекстраза пошла, кто в курсе? Что это такое? Нормально, друг другу ребята сейвят, хорошо вообще. Вот честно, искренне не понимаю суть этой ульты. Стратегия. Чистое убийство. Пойду постреляю. Кель, бах, фаталити. Испытание. А чё ко мне никто не присел, кстати, в этого? Для ведения боя защитники. Ладно, пошли, постреляли, хватит. У нас 4-6 секунд, можно кайфануть на меду, вышки сломать. На топе вышки сломать. А то, может, не успеем, конечно. Дива торопится. Так, у нас еще 15 секунд, надо здесь еще успеть сломать, да? Все, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, блин, куда мне ешка-то летит? Я ее в другое место жму. Не, я правда, я в другое место жал, короче, ешку, а она мне все не в ту сторону, не в ту сторону. Слушай, а может еще и не выиграем, кто его знает, да? Катка-то с сюрпризом, как выяснилось. Смотрите, мы все кемпы, короче, почти взяли, да, в этой катке. Столько их наубивали. А они все равно, короче, молодцы. Тех, кто противостоит тьме. Тьме. Надо было надежно с Келем отыграть. Отпустил зря. Мне скучно. Развлеки меня. Эх, не попал. Немедленно. О, нихера там драка. Надо догонять. Да, твою мать, не задел заднего крипа, опять ешкой промахнулся, слабо, слабо, слабо. О, есть контакт, отлично. Давай-давай-давай, финиш его, финиш. Не дофинишил, умрет. Не-не-не-не-не, это плохая идея, надо было сразу в этого. Короче, ладно, да, мы что-то без хила здесь вообще тусуемся. Херней занимаемся, так скажем.
Ну, это вообще параша, не ультисло. Я не знаю. Ну, я просто вэшку нажимаю, и это тот же самый ульт у меня происходит. Ой, все равно легу поймал, ничего себе. Оп. Новый терминал почти готов к работе. Дива меня убивает, как вам такое? Толстая дива? Он не умирает, я не пойму. А, вот есть контр... Ой, я умру. Оп. Нет, Назик, не доконтролил, да? Я тебе не показал, куда я иду. Я вот так вот поделал, короче, и на зиму не знал, куда этот, на опережение играть. Как законтрить ульт на зиму, если что. Не законтрить, типа, спастись от него. О, дамаг появился. Господи, весь би... Ну, это очень смешно, честное слово вам скажу. Сразу убивает, надо ловить. Ох, нихера, это сюрприз, мазафака, это сюрприз. Наконец-то убили, господи. Ну я ж тут переусердствовал. Ну, если бы тиранику поддержал бы, было бы, конечно, проще. Мой путь ведет к тебе. Как, лол, я забыл. Да в описании все написано. Наглая. Наглая еще какая, да. Пикели держал. Вы его уже убили. Как его? Куда его там держать? Или он резнулся? Ой, сейчас красиво отмансил. Херово, конечно, промахнулся он там, но... Какой плохой стан сейчас был. Не достану, да? Муру уже фуло, нихера. Ну вот. Извлеките опыт из своих ошибок. Не помогают, ребята. Я же второй раз сдох. Если Назик уйдет, это будет смех. А Назик уйдет. Ой. У нас один стан, чтобы прерывать ульт на Зиба. Уж, мы сейчас еще закинем. Очень печально ульта. Не нравится мне она. Вот реально, через другую бы я бы убивал бы. Но для контента надо было. Файты, файтов. Правильно, больше файтов. Богу файтов. Ни одного форта. А у нас, потому что их пушить только двум человекам можно. Так, надо, чтобы тиральник немножечко помог мне хоть разок, и будет нормально, думаю. Я уже один не могу. Ой, это ты зря, дружочек. Не достаю. Я пытаюсь, но не достаю.
Ну это херня, конечно. Опять какая-то у нас. Серьезно, вы серьезно? Блин, Джайна вообще стоит, смотрит что-то просто. О, ну ладно, они сами переагрились на нее. Сложно, сложно. На 20-й. Я, наверное, перерождение возьму. А? О, дерьмо. О. Вот так вот. А может и не возьму, кстати. Не, не возьму. Жайна Рип, походу, делал. Нет, ушла на блинке, нормально. Мур чуть быстро появился. Никакого перерождения. Максимальный трещоголь. Всегда гриф не тем занят, ну ладно. Да, если они возьмут, короче, заходи, просто зайди, просто зайди. Сейчас было хорошо, отлично. Камон, камон, гайсы, гайсы. Чему так боятся все, я не понимаю. Оп, 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 кель, кель, кель подставился, кель подставился. Не, что-то все прямо очень очкуют. Я пошел стрелять, короче. Надо ее заставить в этот. Вылезти. Ой-ё, ой-ё, Алекстраза, Алекстраза. Отлично. Кору ломать, по ходу дела, мы не будем, да? Да. Не, мы где-нибудь без... Так, вылезу-ка я пока, короче, у меня там относительно все безопасно. Ой, ребята. Да что, у меня опять не сработало, господи, да боже мой. Есть, нахер, разнес Муру, отлично. Ты делаешь, что должен. Может быть, может быть. А, куратку возьму, что ли. Поскольку заканчивать мы не любим, сделаем так. Блин, главный босс Reaper of the Souls. По-моему, если не ошибаюсь, да, дополнение в Diablo называется. От туретки отлетает. Да, какой смех. Ой, дива, рип. Не-не-не, да возьмите туретку, сраную. Блин, ну мы можем игру закончить, кстати, совсем мертвый у них.
Че, пойдем кору заканчивать или че? Или будем стучаться в дверь? Ой, господи, а тут ворот целые. Короче, надо по классике все сперва снести. Я отъеду с помощью вот этой штуки. А, есть, броня успела включиться. Оп, дива сейчас умрет, если поймаем. А мы поймаем. Ну что, закончим игру теперь, нет? Ля, выиграли нормально. Нормально. ПП на максимал просто. Е, суперстарс, ребята, просто. Нормально. Первый раз на этом герое. Ничего страшного. Нормально. Давай, Джайн тоже неплохо. Два раза завалили. Ну, прикольно, прикольно. Ну, кстати, вот где на их компе вот драка была, ну, в районе этого компа, вот там, где я Амуру-то убил, как раз-таки смог реализовать ульт.